Monsieur, je ne mange pas six jours. Жалостливее! Больше музыки в голосе! Идите от себя! Месье, je ne mange pas six jours. Ну, немецком давайте. Geben Sie mir bitte. Ну, немецкий, ладно, вы знаете. По-русски давайте. Подайте что-нибудь на пропитание бывшему депутату Государственной Думы. Гениально. Из письма с благодарностью. В итоге Канал Плюс принял решение повторить это расследование в своем эфире еще раз. А в адрес редакции посыпались письма с благодарностью. Ну что ты, братишка, притих? Обида залита в груди. Не можешь ни хавать, ни пить. Сука, не хочется жить. Дарил ей столько добра, валил ее столько бабла. Ты думал, лишь ты и она спокойно ладил дела. И в любой холод где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело, у него острые стрелы. И летят стрелы в нас со всех сторон. Пивка, посмеемся. И всем неприятностям пиздец, чувак. Торопись, у нас сейчас котлетки с макарошкой. Нет, с пюрешкой. Ты поторопись, у нас сейчас котлетки с пюрешкой. Dropping bombs on your moms, kill car alarms. Do about crime, I'm that brother with the Alpine 3460, always electric. Брось сердиться, видишь сада. Даже птицы, забыв о делах. Эй, 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 поют веселей. Я маленькая лошадка, и мне живется не сладко. Мне трудно нести мою ношу, настанет день, и я ее брошу. Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи. Ксения, ты обещал детям погулять, не забыл еще? Прости, дорогая, но эта штука меня просто не отпускает. Майлз, сегодня воскресенье, ты обещал... Воскресенье. Спасибо. Ты заходи, если что.